Ядра 1. У нас все идет отлично. Как чувствуете прием? Заря 1, я Кедр. Вас понял. У меня тоже все идет хорошо. Самочувствие хорошее. Сейчас буду закрывать люк номер 1. Прием. Понял вас. Прием. Зарядник,
один день, Кеннер. Прошу 20-го. Петр, я 41, 20-й на связи. Добрый день, я Кеннер. Прошу при надежной связи на активном участке сообщить время позже или раньше до секунды старта, если таковое будет. Понял вас. Понял, будет ваша просьба выполнена. Начали ставить, наверное. Прием. Один, нет, кедр. Вас слышу хорошо. Крышку уже, очевидно, кончают, заворачивают. Прием. Понял вас. И у нас все хорошо. Понял вас.
Один ютендер. У меня тоже все хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Ну, очень хорошо. Только что справлялись из Москвы в вашем самочувствии. Мы туда передали, что все нормально. Понял вас. Я, ну не скучаешь там? Если есть музычка, можно немножко пустить. Одну минутку. Кедр, я Заря один. Вы, наверное, слышите сейчас шум. Это опускают площадки обслуживания на фермах. Работы все закончены. Как поняли? Это не Кедр. Вас понял. Опускают площадки обслуживания. Но я шума не слышу. Так некоторые колебания ощущают. Понятно, понятно. Все нормально. Станция Заря. Я Заря один. Выполните просьбу... Петра, дайте ему музычку, дайте ему музычку. Заря, я Заря один. Вы слышали? Отвечаешь, Заря? Отвечаешь, Заря. Постараемся выполнить вашу просьбу. Отдавайте музыку, а то скучно. Петра, я Заря один. Ну как, музыка есть? Прием. Пока музыки нет, но надеюсь, сейчас будет прием. Ну ты слышал же, как пообещали. Заря один. Ну как, музыку дали вам, нет? Привет, Петр. Пока не дали, Заря один. Ну понятно, ведь это ж музыканты, пока туда, пока сюда. Не так-то быстро дело делается, как сказка сказывается, Юрий Алексеевич. Прием. Ну что, дали музыку, да? Видим, музыку дали, все хорошо, встаем. Ну добро, значит, тебе не так будет скучно. Юра, ребята все довольны очень тем, что у тебя все хорошо и все нормально. Понял? Сердечный привет им. Слушаю Утесова. От души, ландыши. Ну добро, давай, слушай. Заря один. Герметичность проверена в норме. Все в полном порядке. Прием, как поняли. Заря один, я Кедр. Вас понял, герметичность в порядке. Слышу и наблюдаю. Герметичность проверили, кончает они там постукивает немножко. Прием. Ну вот, отлично, все хорошо. Кедр, я Заря один. Смотрели сейчас вас по телевидению. Все нормально, вижу вас. Порадовал нас, бодрый. Как слышите меня? Один, я Кедр. Вас слышу хорошо. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Кто что готов, прием. Ну, отлично, хорошо. У нас идет все нормально. Сейчас не скучно? Хорошо. Про любовь поет-то. Ну, как дела, Юрок? У нас все нормально идет. Подотолка здесь все хорошо идет, без всяких запинок, без всего. Ребята сейчас едут на Зарю. Вас понял. У меня тоже все хорошо. Спокойно, самочувствие хорошее. Привет большое ребятам. Все время чувствую их. Хорошую дружескую поддержку. Они вместе со мной. Ну, добро. Добро, Юра. Тебе тоже тут все желают, вот все подходят и говорят, чтобы передать тебе всего счастливого пути, все тут, понял? Все хорошо. Все желают тебе только добра, понял? Понял. Большое спасибо. Сердечное спасибо. Прием. Я зарядил, говорит Руднев. Вашим здоровьем, самочувствием интересовались из Москвы, передали, что вы себя хорошо чувствуете и, значит, готовы к дальнейшим делам. Прихожу на прием. Заря один, я Кедр. Доложили правильно, самочувствие хорошее, настроение бодрое, в дальнейшей работе готов.
алтаря займите исходное положение для регистрации физиологических функций. Прием. Прием, Кедр. Исходное положение для регистрации физиологических функций. Занял. Прием. Я заряден, вас понял. Я заря. Сейчас будут отводить установщик. Я заря, как понял. Кедр, я заря один. Стрела установщика отошла нормально, как понял, прием. Один, я Кедр, понял вас правильно. Заря установщика отошла нормально. Прием. Заря один. Юрий Алексеевич, мы сейчас вот эту переговорную точку отсюда со старта переносим в бункер. Так что будет у вас примерно 5-минутная, так сказать, пауза. А в бункер переходит Николай Петрович и Павел Романович переходят. Я остаюсь пока здесь до 5-минутной готовности, но они будут транслировать то, что я им буду говорить. Поняли меня? Прием. Принял вас. Со стартовой площадки переходите в бункер. 5-минутный перерыв, затем передачу будете осуществлять через них. Прием. Ну вот, все нормально. Сейчас отводим фермы, все идет по графику, на машине все хорошо. Тоже все превосходно. Кедр, я заря. Как меня слышите? Я заря, прием. Заря, я Кедр. Вас слышу хорошо. Как меня, прием. Кедр, я заря. Вас слышу отлично. Пульс у вас 64, дыхание 24. Все идет нормально. Кедр, я заря. 15-минутная готовность. Напоминаю, оденьте перчатки. Как поняли, я заря, прием. Не один, я Кедр, вас понял. 15-минутная готовность, оденьте перчатки. Выполняю, прием. Я Кедр. Перчатки одел. Все нормально. Прием. Кедр, я заря один. Кедр, я заря один, вас понял. Я Кедр. Магнитофон на автоматическую ручную запись не работает. Очевидно, кончилась пленка. Прошу перемотать. Кедр, я заря один, я вас понял. Передаю вам команду. Кедр, я заря. Идет перемотка ленты. Горит ли у вас лампочка? Я заря, прием. Идет перемотка. Пусть перемотают всю пленку. Прием. Понял, все в порядке. Кедр, почему кончили перемотку магнитофона? Прием. Я заря. Объявлена 10-минутная готовность. Как у вас гермошлем? Закрыть? Закройте гермошлем, доложите. Я заря, прием. Заря один, я Кедр, вас понял. Объявлена 10-минутная готовность. Гермошлем закрыл. Все нормально, автоматический троцик, старт готов. Прием. Кедр, я заря, вас понял. Положение занял, прием.
Центр, я Заря, вас понял. Кедр, я Заря, один. Кедр, я Заря, один. У нас все нормально. До начала наших операций, до минутной готовности, еще пара минут. Как слышите меня? Прием. Заря, один. Я слышу вас хорошо. Вас понял. До начала операции осталось еще парочка минут. Самочувствие, хорошее настроение, бодрое, к старту готов. Все нормально, прием. Понял вас, Кедр. Понял, я Заря, один. Хорошо. Я Терлинский. Привет. Я Заря, один. Минутная готовность. Кедр, я Заря, один. Минутная готовность. Как вы слышите? Заря, один. Я Кедр. Вас понял. Минутная готовность. Занимал исходное положение. Занял. Поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Понял вас. Я Заря, один. Во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у вас появится возможность, потому что я вам буду транслировать подробности. Заря, один. Я Кедр, вас понял. Ключ на старт. Понял. Кедр, я Заря, один. Дается продувка. Я Заря, один. Ключ поставлен на дренаж. Понял вас, я Кедр. У нас все нормально. Дренажные клапана закрылись. У меня все нормально. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. К старту готов. Прием. Отлично. Понял.
хорошо.
машина работает нормально. Прием. Вот уже здесь зарю. Один. Слышно плохо. Поняли. Прием 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. Продолжаю полет. Чувствую, наблюдаю некоторое вращение корабля вокруг осей. Сейчас земля ушла из иллюминатора взора. Самочувствие отличное. Чувство невесомости благоприятно влияет. Никаких таких не вызывает явлений. Как поняли меня, прием. Вот сейчас через иллюминатор взора проходит солнце. Немножко рисковат его свет. Вот солнце уходит из зеркал. Черное небо, но звезд на небе не видно. Может, мешает освещение. Переключаю освещение на работе. Мешает свет телевидения. Через него не видно ничего. Зарю я кедр. Заряю я кедр. Весна, я кедр. Весна, я кедр. На связь, как слышите, прием. Весна, я кедр. Произошло разделение с носителем в 9 часов 18 минут 7 секунд. Согласно заданию. Самочувствие хорошее, включился спуск 1. Подвижный индекс ПКРС движется к второму положению. Все окошки ПКРС горят. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Параметры кабины, давление 1, влажность 65, температура 20, давление в отсеке 1. Первой автоматической 155, вторая автоматическая 157. В баллоне ТДУ 320 атмосфер. Чувство невесомости переносится хорошо, приятно. Продолжаю полет по орбите. Как поняли, прием.
от 20-го указания не поступает. Сообщите ваши данные о полете. Привет, Латину. Открыл светофильтр Зора. Вижу горизонт. Горизонт Земли выплывает. Но звезд на небе не видно. Видно земная поверхность. Земная поверхность видно в иллюминатор. Небо черное. И по краю Земли, по краю горизонта такой красивый голубой ореол, который темнеет по удалению от Земли. Дальнейшая запись в режиме КВ производилась после ручной перемотки космонавтом звуконосителя. Лесная Кеда, 10:04, передаю очередное отчетное сообщение. Нахожусь в апогее. Давление в отсеке 1,2. Ручной ориентации 155. Первая автоматическая 150. Вторая автоматическая 155. В баллоне ТДУ 320 атмосфер. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. Полет проходит успешно. Как поняли меня, прием. Самой поверхности Земли и вниз такая радуга переходит. Очень красиво уже ушло через правый иллюминатор. Видно звезды через сезон, как проходят звезды. Очень красивое зрелище. Продолжается полет в тени Земли. Нет, правый иллюминатор сейчас наблюдает звезды. Она так проходит слева направо по иллюминатору. Вправо ушла звездочка, уходит, уходит. Внимание, внимание. 10:09:15 вышел из тени Земли. Вот через правый иллюминатор и взор видно, как появилось солнце. Объект вращается. Очевидно, работает солнечная система иллюминатора. Вот сейчас систему взор. Наблюдаю Землю. Наблюдаю Землю, пролетаю над морем. Направление движения над морем определить вполне можно. Сейчас я примерно движусь правым боком. Некоторые областью закрыто направление над морем определить можно. Корректировать объект вполне можно. Лесная Кедр. Лесная Кедр. 10:18. Прошла вторая команда. Давление в сфере ориентации. Температура
10:25 and 34 seconds, Moscow time, after flying around the globe in accordance with a given program, the braking propulsion system was turned on. At the end of the flight, the braking system worked successfully, but with a lack of momentum, so the automation issued a ban on the standard separation of the compartments. As a result, for 10 minutes before entering the atmosphere, the spacecraft tumbled randomly at a rate of 1 revolution per second. Gagarin decided not to frighten the flight leaders, first of all, Korolev, and, in a conditional expression, announced an emergency situation on board the ship. When the ship entered the denser layers of the atmosphere, the connecting cables burned out, and the command to separate the compartments came from thermal sensors, so that the descent vehicle finally separated from the instrument propulsion compartment. At an altitude of 7 kilometers, in accordance with the flight plan, Gagarin ejected, after which the capsule and the astronaut began to parachute separately. The other 5 ships from the Vostok series landed in the same way. After the ejection and disconnection of the air duct of the descent vehicle, the valve in Gagarin's airtight spacesuit did not immediately open, through which outside air should flow. When putting on the spacesuit, the exhaust cable for opening the valve fell under the spacesuit shell and was additionally pressed by the harness belt, so Gagarin almost suffocated. At an altitude of 3 kilometers, an additional parachute opened. At first it fell out without opening, but a gust of wind filled it. The last problem in this flight was the landing site. Gagarin could parachute into the icy water of the Volga. Yuri was helped by good pre-flight preparation, controlling the lines. He took the parachute away from the river and landed in a field, 1.5 to 2 kilometers from the coast.